Сибирская природа сквозь макрообъектив в Ангарске открылась персональная выставка фотографа-натуралиста Сергея Иванова. Пенсионер, в прошлом инженер электролизного комбината, фотографией увлекается с детства. Но, несмотря на преклонный возраст, выставляется Сергей Иванович впервые. Я себя фотограф-любитель. Потому что к профессионалам я себя не отношу, потому что там нужно и технику другую, понимаете, и задачи другие стоят. Профессионалы, я считаю, что они работают по заказу. Вот. А я, ну, что встречу, то фотографирую. Да, природа нашей, так сказать, как я говорю, окрестностей Ангарска. В этой экспозиции представлено 29 работ Сергея Иванова. За долгую практику их накопилось гораздо больше. Например, следующей выставкой фотографа могут стать архитектурные пейзажи.